Минуты вдохновения на Калейдоскоп ТВ. Артур Шопенгауэр и рисующий ветер. Напиши с меня картину, которая станет вечностью. Талант всегда достигает цели. Неважно, насколько хороша картина. Если ее никто не оценит, она так и останется бессмысленным куском бумаги. Цели, которую никто не может достичь. Так вы готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни этого художника? Надо же! Как трогательно! А гений — цель, которую никто не может увидеть. Да, так все и получится, если смотреть мельком. А вы сможете. Это несправедливо. Вы всегда сможете увидеть лучшее на Калейдоскоп ТВ. Какое это будет жалкое зрелище? На кого поставите?